По версии следствия, в период с 2003 года по 27 ноября текущего года должностные лица муниципального образовательного учреждения и Маусовская средняя образовательная школа, обязанные создавать безопасные условия обучения учеников, осуществляли хранение в подвальном помещении школы не менее 7800 ртутных ламп, не предпринимая мер по их вывозу и уничтожению, создавая тем самым угрозу для жизни и здоровья как обучающихся, так и работников образовательного учреждения. С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователям Следственного комитета будет проведен осмотр помещения школы, где долгое время хранились ртуть содержащие лампы, проверено соблюдение руководством образовательного учреждения требований правил обращения с отходами производства в части осветительных устройств, запрещающих осуществлять накопление отработанных ртуть содержащих ламп отдельно от других видов отходов и не допускать самостоятельно их транспортирования ввиду того, что эти виды работ должны осуществлять специализированные организации. Кроме этого, будут изъяты предметы, объекты и документация, имеющие значение для расследования уголовного дела, допрошены родители школьников, сотрудники и руководство школы, проведены экспертные исследования для установления степени причиненного вреда. В ходе расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, осуществлявших приемку образовательного учреждения к новому учебному году.